когда мы с тобой переписывались, ты говорил про этот большой перформанс, который ты собираешься делать, да, в разных странах. В общем, да, мы завели этот проект, я нашел итальянский фонд, мы сейчас открыли первую выставку в парке Монте-Стелло в Милане. И там участвуют 9 международных фотографов, которые снимают войну в Украине. Вот. Многие из них очень известные, там Евгений Малолетко, в общем, Максим Дадюк. Евгений Малолетко получил неделю назад Пульцерскую премию, в общем. Вот. И все, в общем, достаточно именитые фотографы, там еще фотографы из Франции, из Мексики, из Португалии, остальные из Украины. Вот. И, в общем, открыли выставку и собираемся дальше все продолжать. Мы как бы начинаем с юга, сначала Рим, потом Пиза, потом Венеция, потом у нас будет Арт-Базель, в общем, Арт-Базель мы тоже покажем работы, потом поедем в Париж, Берлин и закончим Лондон. Как бы проект будет, ну, он как бы параллельно двигается, мы будем делать акции во всех этих городах. Мы написали вот сценарий, собственно, продукт, который из этого получится, документальное кино, потому что мы берем интервью украинских беженцев, потом местных жителей, потом, так как это перформанс, мы будем взаимодействовать с людьми на улице, допустим, у нас там перформанс будет в Лувре, там возле Биг Бена, возле Эйфелевой башни. Угу. То есть такие важные, да, важные, да, точки? Да, ну, важные такие туристические. Только европейская или ну, как-то вот, будете расширяться? Ну, Лондон как бы, да, но угу. Мы как бы считаем Лондон Европой. Ну да, хотя Брекзит все равно да. Европа. Да, да, ну, в принципе, Лондоном заканчивается, и там важный такой момент, то, что Украина там хочет вступить в Евросоюз, Лондон не хочет, и мы как бы там с этим будем работать, потому что будем брать в Лондоне интервью у одного там бизнесмена из Украины, который там живет уже 10 лет, и, в общем, как он вообще смотрит на эту ситуацию, и, в общем, на будущее Украины, Евросоюза, и, в общем, как все будет развиваться. Вот. А также у нас еще съемки будут в Украине самой, в общем. Вот, то, что там интересная концепция фильма, мы будем устанавливать большой фон, вот, и снимать, допустим, героев, беженцев на этом фоне, и, как бы, в каких-то местах будет казаться, что они находятся в Украине. Потом камера будет отъезжать, а они на самом деле находятся на фоне Эйфелевой башни, на фоне Биг Бена. А в Украине, допустим, город Бородянка, почти весь разрушенный, мы устанавливаем огромный собор Дуом на фон. И как бы там люди будут, как будто они находятся в Европе на фоне этого собора, потом камера будет отъезжать, они на самом деле в Бородянке. И, в общем, там постоянно вот такая медийная, как бы, история. Игра. Да, да, да. Да. Вот. Ну, в общем, вот мы начали, было очень классное открытие, много прессы, в общем, несколько телеканалов. В целом, это проект о дистанции, как бы, Европы к войне, как бы, европейских жителей, в общем, как они между... Ну и вообще, как эта война влияет на Европу, как европейцы к ней относятся, и, в общем, возможно, там будут какие-то конфликты, возможно, кто-то будет недоволен, кто-то, наоборот, там уволен. Вы ожидаете тоже какого-то социальной реакции. Перформанс, часть в том, что у меня будет огромное это изображение, 3.5 на 2.5 метра, я буду делать специальный каркас, и я буду с этим каркасом там передвигаться по главным улицам Европы, и, в общем, встречаться с украинскими беженцами, и, в общем, брать у них интервью, как бы это... Такой проект достаточно большой, и режиссер, который будет этим заниматься, она из Грузии, грузинская режиссерка. Оператор у нас из команды, он снимал фильм про Навального, вот, который сейчас Оскар выиграл. Ну, вот, потом есть еще украинские ребята, которые будут с нами работать. То есть такой интернациональный получается проект разных людей из разных стран. Это тоже очень важно. Да, да. Вот, и... В общем, такие амбициозные планы, надеюсь, все получится. Но это проект на целый год или даже это, больше? Мы планируем закончить в сентябре, да, и в сентябре уже будем отправлять на фестивали, в общем, мы хотим сделать прям такой полный метр, большое кино, в общем, про эту войну, потому что там будет еще большая работа с архивом, то есть мы будем брать архивы из Второй мировой войны, из Первой мировой войны, тоже связывать это с местами, и брать архивы, там, не знаю, Пуча 91-го года, допустим, и как это происходило в Украине, в общем, там, кадры Голодомора, в общем, и, ну, все это будет пересекаться между местами, людьми, допустим, у нас снимается в Берлине на фоне Бранденбургских ворот бабушка, которая была в концлагере в Германии, и сейчас она как бы стала беженкой из Украины.
обратно в Берлин, как бы она будет рассказывать про свои ощущения, как вообще она чувствует это время, как все поменялось. А сложно договариваться с этими людьми? Как они относятся? Ну, у нас достаточно уже большая команда, в общем, есть люди, которые... Умеют разговаривать. Да, договариваться с людьми, ну и потом, как бы, не знаю, допустим, сейчас был открытие в Милане, там пришло большое украинское сообщество, и выступали украинские активисты, и, как бы, мне кажется, так или иначе сообща все друг друга более не знают. Есть просто более активные активисты, которые там знают более широкий круг, они помогают с этими контактами. Вот. Ну и также у меня много друзей из Украины, этих фотографов, они, конечно, тоже могут подсказывать героев. Вот. Ну, мы уже часть героев уже нашли, часть у нас еще в процессе, то есть мы делаем кастинг там. Выбираем там из 5-10 человек, вот, заранее разговариваем и понимаем, насколько, во-первых, насколько комфортно человеку вообще про это говорить, во-вторых, как бы, насколько это встраивается в концепцию и как, насколько его история коррелируется как бы, со всем кино. То есть сейчас в Милане есть какая-то постоянная, да, условная? Типа, нет, она была временная. А, временная история? Да, мы ее открыли. Но перформативная часть еще вы не пробовали ее делать? Вот первое, я думаю, я сделал в течение этого месяца в Милане. Вот. А дальше... Уже приедет вся съемочная группа, и мы начнем солить. Интересно. Я думаю, это будет очень непросто в каких-то моментах. Ну, помимо этого, есть еще несколько проектов. Вот, в России до войны я собирался сделать проект с такими коллективными перформансами. В общем, коллективные перформансы связаны с тем, что мы брали какое-то отдаленное место, где есть своя проблематика, в это место приглашали там туристов из каких-то других регионов, приглашали местные власти, научное сообщество и исследовали там какую-то местную проблематику. Ну, она может быть связана с экологией или с отсутствием работы, с отсутствием там дорог, какой-то структуры. И, в общем, мы делали акцию, где все люди погружаются в какой-то перформативный опыт, связанный с искусством, а после этого опыта они его обсуждают и обсуждают проблематику, которая у них есть в регионе. То есть такая вещь, которая должна объединить людей. И так как с Россией все связи оборвались, сейчас вот я пытаюсь это в Италии как бы разобновить. У нас там несколько планов, допустим, будем работать с темой индустриализации, то, что здесь очень много заброшенного производства, в общем, и у итальянцев большая как бы такая травма индустриализации, потому что как бы эта индустриализация, можно сказать, не случилась. И очень много регионов, где стояли огромные производства, заводы остались заброшенными, и люди остались без работы. И мы там думаем вывозить там, людей из Милана или из Рима в эти города, приходить на заброшенные производства, делать там перформансы. Ну, допустим, один из перформансов мы будем на завод приглашать около 100 человек, там местных жителей, там какое-то научное сообщество, туристов, и будем выдавать им инструменты, они будут в определенных местах стучать этими инструментами по заводу, будет подключено звуковое оборудование, которое будет перерабатывать эти звуки, ну, какой-то общий звук. И с нами будет композитор, скорее всего, будет сотрудничать, который будет управлять. И то есть этот завод будет в какой-то степени оживать и делать такое нематериальное производство. То есть, интересно. То есть, ну, такая метафора, то, что производство из индустриального как бы превращается в медийное, то есть, и мы как бы восстанавливаем это место там, как бы, с другой стороны. Ты себя чувствуешь уже более-менее ассимилировавшимся в Италии, или как? Ты чувствуешь сложно себя? Сложно сказать. Ну, конечно, Италия стала ближе, да, за весь период. Но ассимилированным... Ну, наверное, чувствую больше, как бы, но все равно, как бы, не знаю, не уверен, что прям чувствую себя как дома еще. А почему изначально был выбор именно в Италию приехать? Достаточно случайно получилось, на самом деле. Но у меня в Италии просто много друзей и галерея, с которой я 9 лет сотрудничаю. Здесь вышла книга, вот
Политковской с моими работами. В общем, это была презентация в музее Макси, и просто все это совпало, все эти события, потом выставка в Венеции, и, в общем, все эти события совпали, они все в одном месте. Я приехал в Италию, и тут встретил старых друзей, и, в общем, у меня появились идеи с проектами. И собственно, вон, ого-го, какие проекты. Да-да-да, вот, и нашелся фонд, который готов был меня поддержать с этими проектами. Но я не знаю, как будет дальше, но как бы Италия — это такой старт, то, что все проекты, в принципе, начинаются здесь, но дальше, ну, то есть мы будем двигаться на север, вообще закончим Лондоном, и эти коллективные постановки мы тоже думаем начать здесь, сделать несколько акций, а потом начать двигаться дальше, может быть, куда-нибудь в сторону, не знаю, Южного полюса, или Антарктиды, или какой-нибудь пустыни, Гоби, я не знаю, ну, мне кажется, можно расширяться, в общем. Но в Италии очень классное ощущение, то, что здесь достаточно легко, то есть после всего этого стресса, выезд из России, в общем, здесь такое ощущение, как в гостях у бабушки, в общем, здесь тебя кормят, в общем, вся эта атмосфера тебя, в общем, да, успокаивает, ты ешь булочки, пьешь это ролик, и, в общем, это такая... такое восстановление происходит, потому что, ну, какой-нибудь Париж, допустим, гораздо более агрессивный город, в общем, или тот же Берлин, в общем, здесь есть возможность восстановиться, и классная природа, и, в общем, это все, мне кажется, хорошее место для того, чтобы, как бы, начать жить заново немного после всего того, что произошло. А твой маршрут, чтобы приехать сюда в Италию, был прямой сразу в Италию или как-то пересек какие-то... Сначала я поехал вообще в Эстонию, потому что я знал эстонского посла, и он, в общем, мне помог, ну, он дал мне гарантию, то, что меня выпустят, потому что я ведь делал политическую акцию, и если бы у меня возникли проблемы на границе, то, ну, меня посадили в тюрьму просто. И как бы эстонский посол дал мне гарантию, то, что меня примет Эстония в любом случае. И, в общем, я выехал через Эстонию, потом поехал в Берлин, побыл в Берлин какое-то время и поехал в Базель, вот, к своим друзьям. И из Базеля, ну, ездил в Париж тоже встречаться с друзьями, потом приехал сюда вот так. Потом выставка здесь открылась в Венеции, у тебя. Да. У тебя твоя база преимущественно в Милане? Сейчас в Милане, да. Что есть какая-то студия или мастерская, или она поскольку? Я живу своих друзей, в общем. Вот. Они очень классные там журналисты и работают с украинской повесткой, и они мне помогают вот с этим фондом, с проектом, и поэтому, ну, мы с ними как бы на одной волне, и в общем, так получилось, что пока что да. Как будет дальше, не знаю, вот сейчас проекты все эти заводятся, ну и дальше как будет их производство. Но я пока думаю больше не о условиях, где жить и как, а о рабочих как бы проектах, и они, наверное, уже под себя подстроят там образ жизни. Какое-то свое гнездо. Ну да, я надеюсь. Сейчас у тебя так много даже передвижений будет в связи с этим перформансом, что, быть, какая-то остановка будет в другом месте. Может быть, да. Там еще, ну, очень сильная большая подготовка, потому что мы хотим провести съемки в Ватикане, и, в общем, все это длинные переговоры. Ну, еще бы, конечно. Это очень большая подготовительная работа. И, в общем, ну, все это такой долгий процесс, потому что я этим уже занимаюсь там больше, чем полгода. И, в общем, это даже мало, я хочу сказать. Такого гигантского. Да, это мало, но так как тема, в общем, такая горячая. Да, все подхватывают. Да. То есть, в принципе, может быть так, что Италия не станет твоей последней точкой конечной. Может быть. Ты открыт к тому, чтобы. Может быть. Да, я, ну, сложно сказать. Ну, да. Но в целом Италия классное место. Вот. Мне кажется, опять же. Мне кажется, в Италии можно создать ощущение дома, как бы. Слушай, в принципе, у тебя, как бы, твоя профессия фотографа, да, не обязательно иметь какую-то мастерскую, то есть это она может быть приходящей такой, да, не постоянной точкой, но все-таки есть какие-то вещи, которые ты взял с собой, наверное, да, конкретно. Что ты взял с собой, что ты оставил, о чем ты жалеешь, вот, о чем не пожалел, что взял?
Ну, я не привязан к вещам, если честно. То есть у меня нет каких-то вещей, я спокойно от них избавляюсь. Вот. Я взял самое необходимое. Там. Один чемодан, может быть, ну, камеру. Ну, очень много, конечно, осталось, там, литературы, какого-то оборудования, много. Не знаю, но было жилье у меня, была машина, как бы. Ну, до сих пор я пытаюсь что-то вывезти из России, ну, в общем. Непросто это все. Да, непросто, но надеюсь, что получится. Вот. Ну, как бы в России тоже, там, не знаю, вот друга у меня посадили, в итоге ему достаточно, ну, как сказать, дали неплохой приговор, там, 4 месяца просто исправительных работ, в общем, вот. Ну, и как бы в России остается много тоже каких-то вещей, которые нужно как-то контролировать и поддерживать. Мне кажется, ты как-то начал об этом говорить. В смысле, мне кажется, я догадываюсь, какой может быть ответ, но все равно ты как-то его озвучь, может быть, по-другому артикулируй. Кто твой сейчас зритель? И, или на как... Потому что он же поменялся, он же изменился, у тебя был другой зритель. Вот. Кто он и для кого ты... Ты знаешь, для кого ты сейчас работаешь? Вот так. Ну, для меня, конечно, важный зритель — это украинцы сейчас. Вот, потому что хочется их поддерживать, понимать то, что они не одни, как бы. Вот. Ну, в целом, я как бы, если честно, никогда не ориентировался на зрителя вообще. И, ну, но при этом я чувствую то, что эта аудитория существует, допустим. Ну, куда бы я ни приехал, мне постоянно, и когда узнаю то, что я в какой-то стране, мне пишут какие-то просто люди, там говорят, классно, ты здесь, давай увидимся, в общем, куда-нибудь сходим, и, в общем, они как-то по всему миру находятся, это, в общем, приятно, вот, но я как бы не чувствую эту аудиторию в целом, вот. Не знаю, мне кажется, художник очень больше... Развитие сейчас? Ну, художник, может, не очень, типа, правильное слово, но, тем не менее, отражает реальность, то, что он как бы эгоистичен в какой-то степени, потому что если он ориентируется, ну, на зрителя, то он может потерять, как бы, ну, свою суть, как бы. И, в общем, я больше концентрируюсь на том, что мне самому интересно, потому что если мне что-то не будет интересно, то не будет, как бы, энергии туда вкладывать свои силы. Ну, конечно, война внесла большие коррективы на интересы, вот, но, с другой стороны, очень взбодрила, как бы, много энергии на работу.